Блин, пропустил типа. Не успел. Топовый респач, чел пролетел. Ебаный! Идиот! Где он? Выходи по-хорошему! Ты чё творишь? Найду тебя и пиздец, блядь! Долбоклюй! Как, блядь, свинищу подрезал. Их же вроде трое было. Может, я взорвал кого-то? Понял, принял. Обработал. Да. Пол, еще есть? Они поэтому идут, по зеленке, короче, вдоль забора. Оп-оп-оп-оп, давайте, ребята, давайте. Куда он пропал? Эй, ты где, сука? Че, взорвал, что ли? Баклан! Есть, кабанчик. Подрезал одного. Не вижу ни хрена! Чё, блин, крыса живучая? Все гранаты на тебя истратил, блин.
медведей еще никто целым не уходил! Живучка, блин, а? Капец, ему все пятки отстрелил. Гранаты вообще ни одна его не закоцала, походу. Живет там за этой пожаркой, блин. Кстати. Разделал нахуй, как бог черепаху, блядь. Дидасы. Сейчас, по идее, по таймингам подсосы с западки могут приходить. Если сейчас еще с западки кто-то придет, я вывезу этот файт, то вообще красиво будет. Сколько я уже троих убил, двоих. 5 киллов уже есть. Дальним кустам идет. Он где-то там. Я его слышу, но не вижу, блин. Отдыхает, получается. Отсаешь нахрен. Видюха. Ледуха. Ой, блин. Опа. Забрались у этого. Тоже в картошке. Его я вообще убил? А, так его другой убил с МП5. Это не их тиммейт.
А, так у меня получается вот сейчас только 5 киллов стало. Понимаю. Западки, какой-то движ нездоровый пошел. Так, и что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Мы просто нормально одеваемся. Ну как нормально, относительно нормально. И идем убивать западку, наверное. Персонаж, правда, как конь дышать начал. Капец, а что там все в таком тумане? Норм вообще там все. Привет, Никитос. Гринул-то не, блин, вот это, кстати, надо бы. Можем пойти подождать, сам придет, наверное. Духу-то успел еще в трусы себе засунуть хотя бы, нет? Охренеть, гранату чела, конечно. Можно такую атаку устроить. Смотрите, ребзи, пока пофиг на этот лут, так что там. Надо в западке телов, челов этих. Раскумарить. Слушайте, а там что-то близко где-то, походу, бахает. Блин, еще пасмурная погода, не видно ни хрена. Это вообще бесполезняк смотреть. Что с тем челом, его взорвали или что?
ходят фонарики всякие. Божечки, кошечки, что в санатории происходит сегодня? Первым сидит. Шьется на первом. Да как сквозь землю, что за... Выходи по-хорошему. Пидорас! Ждаю. Я хотел прыжок нормально сделать, в итоге подкат сделал. Ну где ты? Ну где ты? Сука, блядь! Ты куда пропал? Вот хуй! Ты куда пропал? Вот дебил! Очень интересно, кто-то есть? Очень интересно. Там с фонариком был. Ну типа с фонариком убили. То ли я убил, то ли они там убили друг друга. Тут вообще не поймешь уже. Хрень, первый раз вижу, что там шкафчик какой-то стоит. Хорошие ребята, слушайте, скажу я вам, что-то пошли. ХК без глушителя, правда, такое себе. Да нахрен. Хорошо, сегодня капец вообще на берегу, что происходит, нахрен. Просто пушка. Блин, от броника, правда, я ему сопли оставил, килл на 43. Я все равно слабенький, его не буду даже брать.
Так, что тут? Лошадь возьмем. Это заберем. Давайте, можно выкинуть нахрен. Тоже нам не надо. Так, сюда. Нам некуда. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Блин. А, я думал, после прошлой катки сик не вытряхнул. Это я в этой катке так его забил уже, что ли? Лул. Так, сюда. Сюда. И лучше лоботом оставим. Бус, не кури, на тебя тротила слишком много. Охренеть, я просто фул разгрузка гранат, блин. Блин, ну чела какая-то хакашка, конечно, странная вообще. Меньше половины. Ладно, пускай будет. Какие звездочку, зачем ее бросать? Я ее заюзаю потом и все. Мне интересно, вот этого-то кто я убил? Я или чел все-таки? Вот этого типа. Блин, там тоже хикля, лол. То ли эмка, то ли хикля. Чекаем, мало ли тут. Какой-нибудь любитель посидеть, подрочить будет. Блин, вал. Вал тоже брать не буду. Я типа, не бегаю с ними, даже с этими валами. Прицел заберем, это заберем. Ручку заберем, вал нахрен, потому что тут очень много всего, мы ничего-то не унесем. Разгрузка, кстати, кайфовая, самый раз, чтобы хиклю забрать еще. Место было. Кайф. Я хочу посмотреть нижнего, кто убил, я или нет. Или чел какой-то левый. А, сюда, красавчик. СКС-ки. Прошелся я по нему красиво. Да, братик, сюда. Все, все, папки, сюда, давай, все, неси нахрен. Все сюда. Так, ты у нас на чем был? Эй, брат, ошибка. Блин, слушайте, я не знаю, мне это все влезет, не влезет. Ладно, давайте так заберем. Фу, как это сделать-то? Это сюда. Это сюда, это сюда. Блин, ребзя, охренеть, тут, конечно, поминки. Произошли нормальные такие. Да нахрен. Да нахрен, сюда, сюда. Сюда. Дропаем. Опять сюда, так, так, на себя. Ауф! У нас еще, блин, в той стороне же лежат челы. Ууу, красавчик ты мой. Какой же ты хороший. Херня. Херня. Сюда. Сюда, сюда.
Блин, братик, он как знал, что мне гроб пригодится этот. Чтобы их туда упаковать. А-ха! Братуха. Кентуха. Это что было? О, калаш какой-то вонючий. Берем. Монстр заберем, это заберем. Так. Я помню, ребят, что я скидывал еще рюкзак, да, я сейчас пойду за ним. Просто нахрен жесть, капец, что тут вообще творится? Просто охренеть. Тут я всех пощупал, ребят, или нет? Или еще кто-то есть? Про улицу. Блин, я с таким гиром не буду уже улицу лутать, там опасно. Я манал нахрен. Я вернусь сейчас за своим рюкзаком. Его забираю. Блин, быстро не чекнул, надо посмотреть все-таки. На первом я ж полутал, типа. Блин, нету быстрого, походу. У него это PSX, и скорее всего. Это вообще FMJ-ки. Ну все, да, точно. Наберешь, как говорится. А откуда, ребят, у нас... Откуда я в этой катке бежал? Со стороны арки или откуда? Просто что-то с этим экшоном все перемешалось, и я не помню, где, откуда я пришел вообще сюда. Или с медведей я бежал. А, с медведей бежал. Блин, тут сейчас надо аккуратненько все дослушать, тут сейчас могут уже челы быть какие-нибудь. Челоботы банальные даже. Уличных типов оставляем, ребят, уже их не варик вообще забирать. Оставляем челоботам. Челоботы покушают их. Ну, походу, МДР-ку на выброс. К-06 сюда. Блин, она вообще 4 в длину. Ой, зачем выкинул? Что нужно? Сюда, она вообще без прицела. Все получается на выход. Да, 2.6 можно чекнуть, она скорее всего не лутана вообще. Капец, я в этом рейде вообще сбился нахрен со счету.
Что вообще тут произошло? Я вообще не понял. Я же лутал, да? О, красавчик, я лутал. Ладно, это уже не будем чекать, чисто сейчас для духу чекну и все. Жетоны чекнуть? Да а что жетоны, я снаружи даже типов не лутал. Привет, Дима. Привет, чатик. Привет, Ютуб. А? Ага. Здорово. Фантом, спасибо большое. Спасибо, Фантом и Ламирочек. Спасибо за третий месяц, братик. Спасибо, что ты с нами. Очень-очень приятно. Спасибо огромное. Все, я понял, когда нужно играть Тарков. Тарков нужно катать по выходным. Тут такой нахрен движ вообще просто нереально. Ноги ломаются, блин, без груза спрыгнул. А у меня нет шины, да? А, нет, есть что-то. Ништяк. Время не тратить на отхилы всякие. Все, идем, дуем на выход. О, нифига, фильтр еще столько лежит. Быстрого у нас не было, побежали к тоннелю, кругаля дадим большого. Я в курсе, ребят, что у меня тоннель. Я не хочу через центр просто пробегать. Через скорую, через пожарку не хочу идти там... Ну, такое место противное. Скипнем это место. Блин, с Джейкобом было бы круто, но нету. Или мул, что-нибудь из этого. Больше всего ненавижу к туннелю бежать. Тут можно приключения на жопу найти себе. Четвертого не залутал. Ребят, мне уже некуда даже лутать. Если я кого-то забыл залутать, пофиг уже. Ну что, я опять на ютубе. Лизе привет. Мишаня. Спасибо. Лизе привет огромный. Спасибо, Мишань. Спасибо, братишка. Спасибо. Дэв Пирс, бро, спасибо большое за подписку. Очень приятно. Хороших тебе выходных, приятного просмотра, братик. Спасибо. Усаебался. Здорово, Любомбит. Блин, что-то тяжело, 70 килограмм. Сколько я несу? ТВшку несу. Две хикли.
Была бы флова, я бы свою, возможно, дропнул, но у них какие-то какашки с компенсами стрёмные, я не хочу такой что-то бегать. Блин, странно, зачем я ТТВ вообще в нике писал? Там такой развал кабинетов был, и ни один в чат даже не зашел. Или кто-то заходил. Причем последний же вообще засел на третьем этаже до Талова просто, около дырки этой. Хорошо, что я пошел его чекать. Смотрите, можно ползти и анимации проверять этот магазин без анимации. Первый раз такое вижу. Бета, да. Игла стадии лазлободки. Они зайдут только когда тебя убьют, а не когда ты их. Блин, ну так неинтересно. Ну там нормальные такие левлы, там все типа 50 плюс. Ау! Вначале всю восточку вычистил, потом западку зачистил. Вообще просто красота. Красота, да и только. А предпоследний-то как получил, когда он зашивался в уголочке? Вообще просто бомбиссимо. Дропшот на лицо просто через дырку. Теперь бы выйти. Да я уже почти вышел. Если сейчас какой-нибудь крысеныш там не будет у выхода в кустах сидит, то можно считать, что я уже вышел. Но это, по-моему, минус все ЧВК опять на сервере. Все ЧВК были в этом санатории. Там, потому что очень много трупов было. Скорее всего, это вообще все игроки. Здесь сейчас, если только на дикого какого-нибудь могу напороться. А из именно ЧВКшников там, по-моему, все в санатории остались. Отдыхать. На профилактику в санатории оставил, ребят. Подлечиться. Печень, почки там подлечить. Ауф. Четко. Это четко. Один же заходил пару каток назад, когда ты двух типов на подходе к санке принимал, и один вытек по итогу где-то в кустах. Короче, кто-то на английском писал что-то нехорошее. Ну, как обычно. Бум. Девять киллов. Хорошо. Ай, блин, один дикий, 8 получается. Отстой, я думал, 9 ЧВКшников. Я же дикого одного снайпера убил. Про него и забыл, блин, про этого чела. Еп, бой. Хорошо, красиво. Чатик, аплодисменты. Аплодисменты. Блин, надо этот себе поставить, штуку эту, как она называется? Ай, забыл. Где по кнопкам нажимаешь, и там всякие эти... Ну, это можно и по дефолту в ВБС-ке сделать на клаве, обычно это неудобно. Всякие эти... Стримдек, да. И звук аплодисментов каких-нибудь там добавить сейчас. В конце рейда. Хорошо. Урон, нанесенный по телу. 1100 дэмэджа. Урон, поглощенный броней, 7. Челы вообще что-то... У челов броня вообще не дефила, по-моему, девятки мои. Тыкс.